Помните, совсем недавно, в Альметьевск, приезжал житель Единогорска, который нашел более 300 ошибок в сатарских вывесках. И мы решили дать ответный удар. Приехали в Единогорск. Причем сразу же столкнулись с агрессией. А улица, я имею в виду, что захочу. Если я внутри, то мне нужно решение на улице. Сейчас у нас время 11:08, мы попробуем за час прогуляться по улице Единогорска и поискать ошибки. Имеете право, я тебе снимаю. Я знаю свои права. Я вас не снимала, я снимала магазин. В общем, здесь мы наткнулись на небольшую неприятность, на нас накричали, сказали, что мы не имеем права снимать на улице и так далее. Но мы знаем, что мы можем снимать на улице, потому что это общественное место. Должны были написать эшвапку. Вот здесь все правильно. Здесь вообще не татарского, и здесь тоже не татарского. Здесь заказали, делаем. Делайте? Да, делайте, ага. Да, будет, наверное. Нет, татарские надписи. Вот здесь все есть, и тоже все нормально, все хорошо. Здесь опять-таки нет, ежедневно. Пенсою. Все хорошо. Сначала я подумала, что здесь ошибки, ну вообще тут нет татарской надписи, но потом я увидела. Вот рядом, получается, отдельно вывески сделали. Опа, ошибочка. Только подумала, что тут все хорошо. Все же сэс. Все, прошел час. Мы пошагали где-то 3 километра.